Мой вариант установки сухого фена УАЗ Патриот 13 года у меня. Хотел заснять, показать, как я сделал. Ну, как говорится, сделал то, что получилось, что было, что есть. В общем, у меня изначально здесь стоит полка сзади. Тут сабвуфер установлен. Сиденье раскладывается, получается спальное место. Автономку я поставил вот сюда, вот под полку. Получается, у меня стоит. Здесь уже вот насосик, фильтр, все. Выхлопная труба у меня выведена под низ. И идет она потом там под самым-самым днищем, вон туда. Вот труба. Специально тепло этой изоляционной ткани. Заказывал также все с Китая, с Алиэкспресса, и трубу, и теплоизоляцию. Ну, тут дополнительно стеклотканью специально вот это обмотался. Несколько слоев пожаробезопасности закрепил вот пластиной этой же родной. В общем, ничего мудрить изобретать не стал. Фен у нас только 5-киловаттный, поэтому, как делают некоторые люди, прячут под крылок 2-киловаттники, но этот вообще туда впритык даже не лезет. И гофра пошла вон туда. Сейчас покажу, где я как ее вывел. А, ну этот сразу пульт я сделал здесь. Вывел сюда вот. Постоянно он у меня включен. Не стал я ничего делать. Тумблеров никаких. Бак здесь у меня находится полный. Не наливаю, чтобы не разливалось. Чтобы потом запаха солярки не было. Солярку бодяжу. 10 литров соляры, 2 литра бензина. Чтобы было более качественное топливо. Чтобы меньше сажи потом образовывалось. И вывел вот сюда, вот я ее гофру. Вот он, выход. Ставлю минималку на единицу. Вполне, вполне греет офигительно. Спать может спокойно. Жара в машине, тепло. Зимой как вспомогательные сильные морозы можно включать. Пульт не идет. Дистанционный также. Ну, в общем, хотел изначально, конечно, взять 2-3 киловатта поставить, спрятать под крылок, как все делают, но у нас нету в продаже их. Под заказ только ждать. И то там цена не намного ниже. Этот 5 киловаттный стоит. Ну, вещь хорошая, рекомендую, особенно кто выезжает на рыбалки, на охоты. А гофру не договорился, вывел я под самый поддон, сделал, получается, что в холодное время, например, даже где-то стоит машина на стоянке. Получается, если включен сухой фен, это автономка, тепло идет на поддон, то есть греет, как бы, конечно, много тепла туда не доходит, но поддон немножко, но все-таки будет прогреваться. Хотел просто дополнительно еще одну изоляцию какую-то найти бы, блин. Чтобы посильнее трубу утеплить, чтобы больше тепла доходило туда. А это переносная автономка. Такая уже для палаток, для этого, но я вот для гаража сделал практически то же самое. Выхлоп на улицу ушел там. На аккумулятором клемму кинул, включил. Можно греться в зимнее время. Ну, в общем, как-то так.